Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию по КНДР, призванную ужесточить санкции в отношении Пхеньяна и значительно ограничить его экспортные и импортные возможности. Вот согласно этому документу, ограничения на поставки коснутся нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти. Документ с такой редакцией был подготовлен США. Изначально планировалось включить в него набор более жестких мер по Северной Корее, вплоть до полного нефтяного эмбарго и введения санкций в отношении лидера страны Ким Чен Ына. В США, тем не менее, посчитали, что КНДР еще не прошла точку невозврата, в связи с чем в резолюции отмечается призыв все-таки к мирному урегулированию ядерной проблематики на Корейском полуострове и возобновлению шестисторонних переговоров. Мы не радуемся дальнейшему ужесточению санкций. Мы не ищем войны. Северокорейский режим еще не прошел точку невозврата. Если Пхеньян согласится свернуть свою ядерную программу, то у этой страны будет хорошее будущее. Но для этого им нужно доказать свою приверженность к миру. После принятия Совбезом ООН новой резолюции по КНДР, Китай призвал Пхеньян полностью выполнить ее требования и уважать единый призыв международного сообщества, а также прекратить ядерные разработки. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Ген Шуана.